Вы знаете, и назначение – это большая ответственность, и доверие. Но здесь вдвойне, когда, во-первых, ты уже какой-то период отработал, или один срок полномочий, да, и потом выходишь на выборы, есть доверие, с одной стороны, президента, который тебе разрешил быть исполняющим обязанностями, и самое главное – доверие жителей. И этому предшествовала большая работа. Это не просто прийти и попросить «проголосуйте за меня». Это огромная работа, будни со всеми теми вызовами, проблемами, которые есть. И только вместе, я всегда подчеркиваю, только вместе с жителями, когда мы определяем приоритет по всем нашим вызовам, проблемам, по решениям, по положительным моментам. И вот это доверие друг другу, оно как бы превращается в какой-то результат. Мы пока результатов не знаем и предварительно не будем торопиться. Но сам факт, что я благодарен людям, что они сегодня пришли на выборы, это более 50%. Если даже в сравнении с другими территориями, это очень высокое доверие в этой части. Больше даже, чем было в прошлом году на выборах в Госдуму? Это больше, чем в 2012 году на выборах в областную думу. Поэтому вот я считаю, что это уже доверие. Что люди не безразлично, они пришли и сделали свой выбор по избранию областной власти. Впереди шампанское, отдых или завтрашний день уже расписан? Впереди с утра у нас много планерок. В городе Саратове поедем в Елшанку. Самый один из таких проблемных участков к текущему моменту. И проведем там планерки по инфраструктуре. Это и горячая вода, и водообеспечение, и многие другие проблемы, которые есть на территории. А затем переедем в Саратовский район, село Расково, где у нас там есть проблемный дом, и мы начали застройку нового дома, чтобы людей до Нового года переселить туда. Вот такие планы, поэтому шампанское – это не про нас. Будем двигаться, работать. Спасибо. Спасибо.